Караганде появилось почетное консульство Украины. Открывать консульство в шахтерскую столицу прибыли украинские делегаты. Это еще один шаг в экономическом и культурном отношениях Карагандинской области с регионами Украины. Подробнее у Аиды Ибраевой. Торжественное открытие консульства Украины в Караганде состоялось с участием представителей обеих стран, аким области Абильгазит Кусаинов, посол Украины в Казахстане Олег Демин, почетный консул Украины в Казахстане Ерландус Магомбетов и другие официальные лица. Министр обороны Украины Дмитрий Соломатин, также присутствовавший на торжественной церемонии, отметил, что Караганда является родным городом для него, ведь здесь он провел самые лучшие годы. Образование с лучшими учителями, которые приехали со всего бывшего Союза. Многие действительно не по своей воле, как сказал уважаемый господин посол Украины в Республике Казахстан. И это очень достойное воспитание, которое давал наш город. Это и воспитание, конечно, трудовое, трудовых коллективов, воспитание в институте. Все это вместе. Я вам скажу, таких людей, как у нас в Казахстане, как у нас в Караганде, наверное, трудно найти еще где-то. По двусторонней договоренности с обеих стран Украины и Казахстана были избраны послы, официальные представители диаспор. Это даст определенные плоды в укреплении отношений между двумя странами. По словам украинского посла, это очень выгодно для украинской стороны. Но мы понимаем, насколько важна для нас работа почетного консульства именно в Карагандинской области. То значение, которое область имеет в целом в развитии, в государственном строительстве Казахстана. Открытие консульства Украины в Караганде является очень важным фактором для развития и укрепления политических отношений между Украиной и Казахстаном. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.